И к статистике коронавируса. За два выходных дня в регионе скончались еще 11 пациентов с подтвержденным COVID-19. Это семеро жителей областного центра, двое старооскольцев, уроженцы Ракитянского и Шебекинского районов. 479 новых положительных тестов. 100 случаев заболевания прибавилось в Старом Осколе. По данным Департамента здравоохранения, на сегодняшний день госпитализировано 1662 инфицированных, 69 в тяжелом состоянии. Они дышат с помощью аппаратов ИВЛ. Глава региона Вячеслав Гладков призвал население Белгородской области к более активной вакцинации.